количество происшествий, к сожалению, увеличилось на 48%, гибель людей на 41%. При этом детская гибель снизилась на 50%. Основными обстоятельствами гибели являются купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение установленных мер безопасности и обострение или приступ хронических заболеваний. Несмотря на окончание купального сезона во Владимирской области, сотрудники ГИМС продолжат патрулировать водоемы. Начало осени в регионе будет теплым, а это значит, вести себя около акватории нужно аккуратно и не оставлять детей без присмотра. Если во время отдыха на свежем воздухе произошла беда, спасатели всегда на связи по телефону 112.